Ребят, дела тут такие. Если канал не менее 100 зрителей на нем, не менее 20 дней назад создан, также используется фотка, бла-бла, оформление у него есть. И если он привязан к сайту, к компании, там всякие фишки. В общем, ничего этого у меня нет, потому что канал пару дней. Вот, и поэтому только каналы, которые уже давно существуют. И у которых много подписчиков, те имеют право на собственный URL, на собственный адрес. Вот, поэтому пока я не имею права сменить адрес канала в этой строке. Поэтому, как я уже сказала, просто заходите в поиск, вбиваете Love Geese и все, да. Так что такие дела. Я думала, Надежда Титаренко сделать, потом думаю, господи, это такое длинное название. Я хочу просто, чтобы мой канал назывался как мой персонаж, как мой хэштег «Люби гусей». Вот. По-русски я не стала это делать, сделала по-английски, чтобы все могли искать этот канал, и на любом языке он был понятен и доступен. Вот. Так что, надеюсь, я ответила на этот вопрос. Просто еще разбивайте, ищите, и мы с вами найдемся. Я жду вас.